Он тут стоит, смотрит. Нет. Чудо, не играешь, да хрен его знает. I don't know. Так у меня тут люди были. Спасибо, бро, так и сделаю. Да тебе спасибо за болтосик. Так и сделай. Нормальная мышка за свои деньги. Только рекомендую тебе сразу ее проверить, там на дабл-клике, на срыв сенсы и т.д. и т.п. Я тут кто-то шевелился. Что я задаю чисто логически, но ты единственный, кому я отвечал. Пиноккио. Пиноккио. Из тачки высадит, мне интересно, с болтовки он или нет.
А дальше пойдет еще один эксперимент. Мы с вами загрузим просто стрим с одного компа, и я на 1680 поиграю. Вот как мне удобно играть в эту игру. Привет, Павел. Павеломанчик. Здорово. Хрен там нет, не играл. Че, тут никого нет? Откуда они поедут? Снизу? Кто-то поедет, интересно. Почему ты еще сюда не пошел?
Сам с собой рейдит. Терминатор. Мегазорд, здорово. И это был Терминатор. Блин, там дом. Ну что ты, братишка, притих? Обида залипла в груди. Не можешь ни хавать, ни пить. Опа. А, его убили? Понятно, чё, понятно. Thank you.
Так, ну и что у нас тут? Блин, ну слушайте, на самом деле так-то это охрененный сетап, я вам скажу. Такой пушечкой побегать. Чисто берешь тепловизор, берешь им каску и все. И никто не выживает. Просто никто. Невозможно такое проиграть. Вон там чел ползает, видите, да? Он куда-то пошел. На меня едет тачка. Ну, почти едет. Приехал. У него еще сзади чел какой-то. А как я этого чипа не убил? Не понимаю. Я пошел к ним. А, подожди, мне к ним не надо. Они сами ко мне придут. Че это я? Буду к ним ходить. Пусть сами ко мне идут. Это за листвой у меня, что ли? А. Умер. Там чел на тачке поедет по-любому. И надо тут все просто посмотреть еще разочек. Вон он идет его лутать. А зачем так он делает? Зачем он такое делает? Так он сейчас в зону пойдет просто. Я понял, что он хочет сделать. Он меня не видит. Он сейчас вот сюда будет выбегать и все. Или тачку будет забирать. Нет, тачку, наверное, заберет, если не дурак. Ну, походу, что это... Все. Вы проиграли, молодой человек. Ну, еле-еле, конечно, с натяжечкой, ну ладно. В любом случае. Он еще чел бежит. Ле Рац. Это французская крыса. Или что? Ле Рац. А, у меня один остался человек. Но... Я не знаю, у меня нет эрки, чтобы так через тепловизор, типа, быстро посмотреть. Где он? Наверное, может, где-то у меня тут. Я бы, на самом деле, просто заныкался бы. Заныкался и все. Ле Рац. Где-то еще один есть. Опа. А, это мотоцикл, да? Ну, что я могу сказать? Я его там нигде не вижу. Там мотоцикл. Да, слушайте, наверное... Где-то вот с этой стороны, я думаю. Больше негде. А ну это прикол какой-то. Где мне его искать-то? Ага. Тейзинелли. Тейзинелли это был. Топ-1 с натяжечкой. Ну ладно, это все равно победа. Это все равно победа. Это хорошая победа. Да? 1965 урона. Это почти 2000 урона. Так, мы на Full HD топчик взяли, на 2К взяли, чё? А, дальше на 1680 пойдем. Да? Да.